Вот это очень актуальный вопрос. На мой взгляд, Россия категорически не должна вмешиваться в определение дальнейшего будущего восточных областей Украины по двум причинам. Первое – это то, что вне зависимости от того, что это русскоговорящие люди в большинстве своем, есть некий действительно статус сверхдержавы у России, да, который может позволить России оказать помощь, оказать поддержку тому или иному клану. Но на самом деле, если Россия предпримет открытое военное вмешательство, не имея на то какой-то прям жесткой-жесткой мотивации, да, это как раз спровоцирует только новый виток напряженности по отношению ко всему остальному миру и, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Плюс единство в самоопределении между всем Востоком Украины пока тоже нет. И поэтому я считаю, что ну, та позиция, которую занимает, по крайней мере, наше руководство, она такая выдержанная, лишенная какой-то риторики категорической, скорее выжидательная позиция, она наиболее правильная в этом случае. Потому что Луганск провел референдум, Донецк провел референдум, Харьков молчит, еще что-то. Для начала нужно услышать мнение людей, которые населяют эти области. Чего они хотят? Они хотят стать суверенными республиками или они хотят получить более широкие автономные права внутри Украины? На мой взгляд, конечно, идеальной была бы ситуация, если бы Украина осталась целым неделимым государством, при признании действительно широких полномочий, автономии и самоуправления этих важных стратегически промышленных регионов. Это безусловно. Но, еще раз повторюсь, Россия не должна вмешиваться в это военным путем. Вот категорически я против этого.